Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать вам удивительную историю. Год назад у нас жила красивая кошечка, звали ее Мила, и куда-то она пропала. Вот, мы ее искали, ну подумали, либо ее машина задавила, может, собаки порвали. В общем, исчезла кошка, погоревали, уже нового котеночка завели. И вот вчера в Хэллоуин эта красавица вернулась жива, здорова, ну, может быть, немножко блохастенькая, но тем не менее, чего только в жизни не бывает. Вот сейчас лежит довольная, сытая. Что вы думаете об этом? Пишите свои комментарии. Ну и где ты пропадала целый год у нас, а, Мила? Где ты была-то?